В картинной галерее чествовали победители проекта «Люберецкие звезды». 5 лет подряд, дважды в год в округе награждают лучших из лучших спортсменов, музыкантов, педагогов и людей с активной жизненной позицией. Кто по итогам второго полугодия 2022 года оказался в числе лауреатов, расскажут мои коллеги. Есть баллы, эти баллы нужно собирать в течение года, стремиться. И в итоге самые активные люди как раз собираются и по итогу подводятся всегда такая черта. Абсолютно разный возраст принимает активное участие от мала, как говорится, до велика. И спасибо вам в первую очередь за то, что вы активны. Я думаю, что наши люберецкие звезды должны быть самыми яркими в Московской области. И мы, как люберчане, как уроженцы малой нашей люберецкой родины, хотим, чтобы она еще больше процветала, еще больше радовало нас, и поэтому вот помогаем по мере сил своих возможностей. Среди лауреатов 21 житель округа. Каролина Малоносова 4 года обучается в детской музыкальной школе номер 2. Участие в проекте «Люберецкие звезды» ее стимулирует продолжать обучение и рождает интерес к публичным выступлениям. Мне почетно очень. У меня уже таких 3 грамоты теперь. Победители чествуют по 5 направлениям – культура, спорт, образование, общество и молодежь. Самому юному лауреату 5 лет. Я очень довольна, меня заметили. Хочу еще побеждать и буду побеждать. С 2018 года на сайте люберецкиезвезды.рф зарегистрировались почти 7000 человек. В проекте может принять участие любой желающий, независимо от возраста. Нужно только о себе заявить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.